Где это мы? Храм построен на перекрестке потоков космической энергии. Мы не первые, кто ее черпает. Эти камни помнят, что было тысячи лет назад. А в 80-х тут снимали отличное кино про ведьм. Ну, я вам... Я вам очень-очень признателен, сэр. Да о чем ты? И не говори, сэр. Простите, забыл. Готов? Готов. Да здравствует забвение. В каком смысле? Сейчас весь мир забудет, что Питер Паркер — это Человек-паук. В том числе я. Все забудут? А нельзя, чтобы кто-то не забыл? Так заклинание не работает. И очень опасно пытаться что-то менять в процессе. То есть моя девушка забудет все, что мы вместе пережили? Она вообще будет со мной после этого? Она с тобой только из-за того, что ты Человек-паук, или... Не знаю, надеюсь, что не только... Ну ладно. Весь мир забудет о том, что ты Человек-паук, за исключением подружки. Спасибо огромное. Господи, она... Нет! Кто такой Нет? Мой лучший друг, мне очень нужно, чтобы и Нет знал, кто я такой. Ну ладно. Так и быть, я еще раз изменю параметры заклинания, но больше не надо так делать. Ну все, все, больше не буду, честное слово. Тетя Мэй еще должна помнить. Питер, ты мне позволишь колдовать? Когда она узнала, что я Человек-паук, с ней ужас, что творилось. Я не хочу этого повторять. Она будет помнить? Да. О, спасибо. А Хэппи? Что, еще подружка? Еще одного забыли. Гарольд Хоган по прозвищу Хэппи работал у Тони Старка, а теперь встречается с тетей. Ну ты замолкнешь. И все, кто раньше знал, что я Человек-паук, тоже пусть помнят! Получилось? Нет. Ты мое заклинание 6 раз менял. 5 всего. Ну, 5, о чем мы спорим? Его вообще нельзя менять. Я же говорил, и вот результат. Колдовство вышло из-под контроля. Если вовремя не остановил, произошло бы что-то катастрофическое. Стивен, я даже не знаю. Лучше как... все-таки, сэр. Простите, сэр. Мы с тобой вместе через такое прошли. Вот я и забываю теперь, что ты еще мальчишка. Слушай, Паркер, проблема не в мистерию, а в том, что ты живешь 2 разными жизнями, и чем дольше ты это будешь делать, тем будет опасней, поверь. Очень жаль, что тебя, ну и твоих друзей, не взяли в колледж. Но если вам пришел отказ, а ты не сумел уговорить тех, кто его прислал, то уже ничего не сделать. Что значит уговорить? Думаете, надо было позвонить? Да. А так можно? То есть ты даже не стал... Ну, я от них получил письмо и подумал, Подожди. Хочу уточнить. То есть ты даже не догадался позвонить в колледж перед тем, как просить меня устроить всему миру полоскание мозгов? Ну, вы так все повернули, знаете? Ответь. Ну, чего? Я занят. Флэш, где встреча абитуриентов? А что? Ну, мне надо кое с кем поговорить, чтобы все-таки приняли МДЖ и Неда. Что я буду иметь? Я рискую, просто с тобой разговаривая. Ну, давай я буду... неделю таскать тебя в школу на паутине? Месяц. Неделю. 2. Флэш, ну, пожалуйста, помоги. Ты знаешь, что мне нужно. Ладно, я всем скажу, что ты мой лучший друг. Флэш, ну выручи! Все. Тут была проректорша по работе с абитурой. Попробуй к ней подкатить. Я знаю то, что нужно. Где она? Уехала. Куда? В аэропорт.